Я не прошу любить меня как Акима, но уважать как представителя власти я хотел бы это. У нас же всегда клич бросают в чаты и говорят о том, что вот, иногда же я слышу прямо, если мы перекроем, куда денется власть, активисты придет и все против. Быстренько порешает. Ничего подобного. Будем решать все планово. Уважаемые жители. Я просто хочу, чтобы вы услышали меня. Вопросы, если будет диалог с властью, это нормально.